К другим темам. Учителей и врачей будут наказывать за недонесение о нарушениях прав детей. Сегодня Сенат принял соответствующий закон и направил на подпись президенту. Поправки предусматривают ужесточение уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. А вместе с тем в документе прописаны и создание центров поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, профилактика детской безнадзорности и беспризорности станет медико-социальный учет. Введена административная ответственность за несообщение работниками организации образования, здравоохранения либо социальной защиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними либо в отношении них действий, бездействий, содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью. Между тем, чтобы предотвратить драки и потасовки между учениками, до 2021 года все школы в стране оснастят видеокамерами. Речь идет о более 7 тысячах образовательных учреждениях. Тем временем Министерство образования уже создало телеграм-чат для сообщений о неэтичном поведении педагогов. По данным инициаторов новшества, население обеспокоено видео в соцсетях с жестокими драками среди подростков и неэтичным поведением учителей. Активный контроль киберпространства, налаживание доверительных отношений с детьми и родителями позволит своевременно предупреждать трагедии, считают в ведомстве. В телеграм-чате зарегистрированы педагоги, психологи, руководители организации образования и представители органов образования. Выявленный негативный контент размещают в чате. Далее специалисты Комитета по охране прав детей принимают меры для оказания помощи пострадавшим и пресекают дальнейшее распространение негативного контента.